блядь, какая дорога? Нет, ребят, 40 евро это того стоило, я вам точно говорю. Отаска. Отазник. Больше, сколько, 20 евро стоила дорога, да? Блять, вот эта дорога 40 евро. Два раза уже. Ну окей, это лучше, чем в Польше. Это прямая ублюдская вообще ни о чем. Вот здесь туннели, горы. Это просто хайп, это просто Т2 Денис. Не, я такой нравится стиль вождения, я бы сам так ехал. Я здесь вообще 180 дал. 500. Блять, ребята, посмотрите вверх. Это пи... О, смотри назад, пап, в сторону. Пап. Они есть, making me blind. All of your passions catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But the temptation is staying overnight. Еще там есть некое озеро. Смотри, как прямо. Три горы просто. Понимаю, все время на YouTube. Вот это ты можешь целиком
закидывать, ну, сантиметр 20. Так я же снимаю, да. Миша, открой заднее пока бой. Мое. Пашку бьет он или нет? Где бьет? Interesting feeling, I would say. Si on arrosait Vuitton, mais combien de rois au final serait toi à la case départ dans les rues des оно получается снаружи потеет. Это не внутри, это снаружи. Мы заехали в гору, которая теплее, чем там. У нас холодное стекло, из-за этого нас запотевать начинает. That's really strange. Такого я никогда в жизни не видел. Я думаю, папа, ты тоже. Не, почему? Когда ты в этот заезжаешь к нам, в этот. А, в этот, в арену, да. То же самое. Согласен. На трассе такого дальше. А сколько градусов там? 11, а там 9. Michael, there is no sense to stop. Let's go. No sense to stop. Go straight to Milano. Гаудя, надо спуск пофоткать, блядь, Паша. I record YouTube. Everything. Это говно твой YouTube? No, I record everything. Everything what I see. Michael, go directly to Milano. Блядь, вот это дороги, конечно, вообще капец. Дал бы тогда 180. Просто капец. Да, 180, ты прямо вот в отбойник. Как папа, да, в канал. Нет, так это реальная канал. Да, папа так и пошел. Блин, тут тебя вообще ничего не убирает. Давай.